20-20 ZBrush. И давайте посмотрим, что здесь еще можно делать. Так, зайдем в LiftBox. И нужно какую-нибудь, ну вот, голову ребенка такого мультяшного подгрузим. И сейчас посмотрим, что тут да как. Alt, левая кнопка мыши, уменьшаем. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем модель. Стоит X, симметрия. Заходим в кисти и нужно найти именно... Так, находим букву P и находим Pen Shadow, вот эту кисточку. Отключаем альфу и отключаем текстуру. Ставим в строк именно freehand. И попробуем что-нибудь порисовать. Цвет поставим, наверное, черный, серый. На RGB стоит. Нужно теперь кисточку, размер пера чуть-чуть уменьшить. Alt, левая кнопка мыши. Так, еще цвет поставим. Ну и попробуем порисовать. Так, это слишком темно. Так, что он перепрыгивает, интересно так. Так, здесь поставить надо так. И ставим Drop Size прям поменьше. Находим по симметрии точку и вот так вот что-нибудь нарисуем. Вот так. Так, или Ctrl-Z. Вот интересная штука, почему перескакивает. В ZBrush 2019 такой фишки нету. Ну, давайте отдельно вот так порисуем. Глаза вот так вот выделим. Так, замкнем чуть-чуть. Здесь вот так вот. Потом здесь сделаем рот. Вот так. Что еще тут можно сделать? Ну, давайте уши выделим. Вот так вот. Ну и что-нибудь здесь вот такое, эткое. Так, разделим. Вот так вот. А здесь вот так вот можно обвести. Ну, в принципе, пойдет для объяснения. Вот так вот вы рисуете кисточкой, заходите в Z-плагины, находим именно полигруппы, вот полигрупп, и находим полигрупп from pain. Ждем. Вот он сейчас все это дело прогоняет. В ZBrush 2019 тоже есть такая функция. Но решил я именно в 20-й показать. Так, смотрим полигруппы. Вот поделилось у нас на полигруппы. То, что мы обводили. Теперь Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Можем менять, выбирать любые полигруппы и с ними работать. Прикольная штука, но я ей не пользуюсь. Так, теперь что можно сделать? Зайти в геометрии, найти ZRMesh. Поставить детект. Так, здесь все по-другому. Вот. Так, детект edges и freeze group. Вот она тут вверху, а в ZBrush 2019 она внизу. Ну, keep group тут же находится. Так, чуть-чуть прибавим резолюцию. Можно адаптив выключить, SEM включить. Ну и попробуем нажать ZRMesh. Как тут все работает. Так, поставим адаптив ZRMesh. Так, печальная история. Ctrl-Z. Ctrl-Z. И попробуем теперь keep. Так. Keep grow. Немножко уменьшить резолюцию. ZRMesh. Так, вот получается вот такая вот штука. Что-то тут еще выскакивает. Смотрим, что да как. Вот такая вот прикольная получается, поделенная на полигруппы модель.
Можно работать с любой деталью. Вот, допустим, уши можно взять. Тут же можно, опять же, поработать только с губами. Вот, если кому-то это пригодится в работе, пользуйтесь. Все, всем пока, до свидания.